Услуги юридической фирмы «Щит» пользуются популярностью у автомобилистов. Для того, чтобы клиенты не стояли в очереди и своевременно получали необходимую помощь, руководство увеличило штат сотрудников. Теперь опытные юристы проводят консультации в просторном офисе в центре города. Спектр услуг остался прежним. Оформление дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД, независимая оценка ущерба после аварии, представление интересов в страховых компаниях и в суде, в Армавире и за пределами города. Мы также консультируем участников дорожного движения, которые столкнулись с трудностями в других городах и регионах. Могут нам звонить, и мы дадим бесплатную консультацию, как оформить ЕР-протокол, как вести себя с сотрудниками ГИБДД, чтобы дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано полностью, в полном объеме и не оспаривалось далее сотрудниками страховых компаний. Те, кому приходилось самостоятельно заполнять европротокол, нередко допускают ошибки. Простому гражданину трудно учесть все юридические нюансы. Неправильно нарисованная схема ДТП, неверно указанные обстоятельства аварии могут стать причиной отказа в страховой выплате. Такой отказ оспорить в суде невозможно, совсем по-другому будут обстоять дела, если довериться юристам фирмы «Щит». Главное – сделать это своевременно. Зачастую бывает так, что люди или начинают пытаться воевать со страховой компанией самостоятельно, не имея на то специальных познаний, или обращаются к некомпетентным юристам, оказывающим подобного рода услуги. И если дело было сформировано на начальном этапе неправильно, то в дальнейшем оспорить отказ в страховой выплате или недоплату в суде зачастую становится очень сложно. Мы начинаем вести клиента с самого начала, с момента причинения ущерба, то мы в 100% случаев гарантируем, что его материальные притязания будут удовлетворены в полном объеме, он останется доволен. Юридическая фирма «Щит» за 10 лет работы не проиграла ни одного дела. Новый офис располагается по адресу: улица Розы Люксембург, дом 162, второй этаж. Здание напротив педуниверситета. Телефон для справок 3-27-41. Лариса Юровская, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».